никаких юридических оснований меня привлекать нет. Поэтому вот такая спецоперация, она четко связана с выборами. Да. Здесь просто, видимо, как-то удалось здесь вот этот материал сделать. Может быть, это на общей репетиции. 23 мая 29 мая 2021 года, а события, которые описаны, это результаты оперативно-розыскной деятельности, они должны были быть надлежащим образом России. Оставить без изменения. Жалобу защитника. Об избрании мере пресечения или заключения под стражу. В отношении подозреваемого Пивоварова Андрея Сергеевича. Заключение по стражу сроком на 2 месяца, то есть до 31 июля 2021 года. Сбрали меры пресечения. Для меня совершенно очевидно, что Андрея преследуют за критику власти по политическим мотивам, и никакого отношения эта ситуация к уголовному судопроизводству не имеет.